Первое испытание в этом году. Сегодня в Тюмени коммунальщики проверяют на прочность теплосети. И уже первые слабые места дали о себе знать. Так фонтан горячей воды забил в районе улицы Максима Горького. Тюменцы активно публикуют происходящее в сети. На этих кадрах видно дорогу в клубах пара. Из-за порыва временно ограничено движение транспорта на улице Щерса и Максима Горького в обоих направлениях. ГИБДД просит автомобилистов воздержаться от поездок в этот район города. Напомню, работы на теплосетях ведутся в районе ТЦ-1, Центрального, Ленинского округов, а также за Тюменки. Коммунальщики просят жителей при обнаружении порыва звонить по телефону 29 39 39.